Захваты существуют тоже так же разные, как сзади, как спереди. Захваты тоже цель какую-то преследуют или же какое-то внимание должен уделить тот, кто меня хватает. Либо же цель какая-то преследует, словесным запасом. Ну вот, допустим, как кто-то он хватает. Вот видите, вот он схватил, вообще он за руки. Видите, схватил очень сильно за руки. Как вот тут освобождать? Да тоже, видите, вот оно все рядышком. Вот, вот видите, оно все рядом. Он схватил, но не учитывая, вот, пожалуйста, схватил его, все же руки освобождают. Вот. А тут еще чуть-чуть присесть, то вообще все в пригоршню взялось, это мужчина. Если это мадам, то она просто не справится с таким мужиком. Видите, вот главное, тут надо развернуться, видите. Вот сейчас вот маленечко он пора по-другому захватил. Видите, одну руку так, одну так. Но все равно эта рука близко. Видите, опять-таки, вот она, захватила его. Все. А тут чуть, только, как говорится, сжал или поддернул, все, уже рефлекс расслабления, он присутствует сразу. Вот эти вот вещи, они, я думаю, помогут вовремя, если сообразите, помогут вам решить какие-то проблемы. Быть вам маленечко уверенными в себе. Вы почувствуете какую-то внутреннюю свободу от того иго, которое над вами сидел, вас давил этим испугом, этим темное время, вы боялись вообще на вас такой дискомфорт и ажиотаж набирал. Вы от этого избавитесь. Вы маленечко будете уверенными в себе. Бывает, за руку хватает вас. Вот. Видите, вот, за руку схватят. Такое часто бывает, видите, вот. Вот, хватает, и мало того, у меня вот туда вот еще тащит. Видите, это вот все тоже можно использовать, как говорится, как вам плюс. Конечно, более подвижные люди, они могут сделать, видите, вот, пожалуйста, подвижные. Менее подвижные люди могут это сделать по-другому маленечко. Видите, вот так, как он вас сюда тащит, вы так и раз, ну, только удар вот выше локтя. Видите, вот как вот он забирает, вот, пожалуйста, все, выше локтя. Рука вышибается настолько, что человек не может потом не держаться, все, даже я чуть-чуть играю, и то чувствуется больно, да? Вот. Видите, то же самое, можно провалиться назад, видите, вот сюда, ну и наступить не помешает на ногу. Вот, видите, вот так, все, пожалуйста, и не помешает наступить и ударить его в лицо. Ладони открытые, можно в нос, можно в челюсть, в лоб тоже достаться, и он упадет, и все будет. Видите? Вот выборачивает, видите, вот часто бывает. Ну, мне бы не хотелось от этих приемов пока, потому что у нас сотрудники милиции часто так это делают. И поэтому это как бы вооружить против сотрудников милиции, ну, преступников или кем-то, или кого-то этим приемом. Приемов существует очень множество, и от этих, и от... вообще, особенно у меня, очень много знаю. Поэтому эти все вещи, они нормально, доступны. Тут так, как вот он сейчас вот начинал делать, видите, тут можно и кувыркнуться через это плечо, и еще ногой, как говорится, ему шлепнуть. И это вытянуться, видите, вот я вытянулся вперед уже сгибатель. И тут все для того, чтобы на согнуть руку. А я этот момент не даю. Видите, вот он, я его разгибаю, опять сюда же упор идет. Ну вот за запястье вот взять, например. Вот этой рукой взялся за запястье, чтобы вторая была рука свободна, как бы ударить, если что, или там рот зажать, к примеру, там все. Вот как вот эти вот, это, от этих моментов идет освобождение. Освобождение идет рукой я вниз, как бы плечом, и маленько локтем, видите, сюда. И можно после этого уже наносить удар. Идет освобождение. Даже очень сильно вас держит, может освободиться. Вот на большой палец, на кишечник, вот, все, пожалуйста. Идет хорошее освобождение. Точно так же пойдет с освобождением с выкрутасами, плюс даже броском. Когда вы делаете вот такой движение, это сопровождение к месту основания черепа. Но это вот уже людям, которые маленько в борьбе близко, ну, подходят, или кто занимался немножко борьбой, или айкидо, вот это им как раз подойдет. Держище. Видите, что я делал? С этой точки, вот сейчас мне ничего не сделать, потому что он руку держит, видите, как монолит, я ее не подниму. Но стоит мне чуть-чуть отойти, изменить центр тяжести, видите, вот она сама ушла. Пожалуйста, нужно поднять. Продолжение идет. Вот. Нередко бывает так, что, ну, будем говорить как, вот берет он мне этой рукой, давай вот этой рукой, вот, да, вот, видите, вот этой рукой, она, нужно вам освободиться.
Даже вот сумочку, скажем, вот так вот, лицом к лицу встали, вот так бы стал отбирать, тоже освободиться. Тоже существуют такие приемы. В этом случае не надо не вырывать ничего, просто надо шаг сделать вот сюда в сторону, ведь локоть вынести и ударить, ведь сюда, в область локтя, чуть повыше, вот ударить. И потом продолжить можно в голову. Ведь, вот он движет. Или можно вот и сюда. Предплечье очень хорошо сбивается вот по этой мышце, которая регулирует захват. Видите, вот этот вот что-то. Все, и сразу туда. Можно так. Можно так, видите. Это и в борьбе. В борьбе вот тоже можно вот, видите, освобождаться. Это не считается запрещенным. Вот сюда можно освобождаться тоже. Или вот освобождаться можно вот, вот сюда тоже. Это только вот не делайте с таким размахом ребром. Это если в борьбе, то это запрещено. Вот две руки захватил, видите, вот крепко. Но тут надо быть уже посильнее. Если вот это все открыто, конечно, можно воспользоваться ударом сюда. Если это все закрыто, вот так вот, видите, вот колено выставилось, видите, колено выставляется, я уже не ударю. Вот если такая ситуация, то тут просто надо сместиться вам. Видите, как сместиться. Все, и ушли. Надо его уронить, то уронить можно. Вот эта же ситуация, надо его уронить, вот я наступаю сюда, и, пожалуйста. Ну это чисто, я говорю, это вот уже борцовские приемы. Это не всем подойдет. А вот следующее, сейчас вот покажу, это может подойти. Вот. При этих положениях все то же самое срабатывает. Видите, только вот он так стоит. Если я вот здесь буду что-то делать, у меня ничего не получится. Держи крепко. Видите, вот, ну, ничего не получается. Стоит мне вот так вот делать, все то же самое получилось. Видите? Все то же самое. Я освободился, эта рука она мне не нужна была, я ее так сложил. Поэтому я то освободился и нанес удар. Удар после удара, естественно, я прихватываю эту руку, и вот опять пошло. Все. Если нужно, ударом выразить. Еще раз, смотрите, вот это интересно. Видите, вот момент. Вот я сюда ухожу, видите, так выворачиваю опять так же. На большой палец так же работает, видите. Вот так. И идет продолжение. Удар ловит, После этого можно ослабить та рука, можно ломок сделать еще здесь, видите, и до лицо делать ее. Возьмем за основу, скажем, захваты сегодня. Вот захват это у меня за горло двумя руками. Видите, как отсюда освободиться? Конечно, можно вырваться, но поранить все здесь себе. Есть варианты, когда здесь вот у нас такие точки нервные, сюда надавил я, видите, вот, освободился. В этот момент сразу можно ударить, как говорится, промежность вот этой же рукой, видите. Вот только он наклоняется, естественно, рефлекс сразу уже сюда идет. Вот такие элементы могут вам помочь в данной ситуации. Не надо тут какой-то физической силы большой и в то же время эффектно. Повторяю. Движение. Раз, движение и сюда сразу, видите, в челюсть. Это движение очень хорошее. Есть варианты другого плана. Вот. Это делается следующим образом. Видите, отсюда. Видите, как кисть выворачивается вот тут. Вот. И, естественно, здесь можно опять сюда нападать, либо отсюда выворачивать. Вот. Видите, я могу поворачиваться в плечах. Этого мне не может запретить, как говорится, что даже крепко держит. Здесь я тоже помогаю, видите, как вот оно все. И может, как говорится, удар здесь сделать и головой в бровь или там в переносице. Тоже очень сильно. Сейчас мы вам покажем такие приемы, которые часто встречаются захваты. Это может и дама продемонстрировать, как в оборонном смысле, и подросток, который может овладеть этим, ну и также взрослый. Вот покажем ряд таких приемов. Ну, первый прием. Захват за запястье и за локоть, вот обычно бывает. Вот такой вот. Вырваться, кто не умеет, сложно, между прочим, с этой ситуацией. Я показываю более такой простой способ, ну, это на мой вид. И в то же время он свободный, это хороший. Здесь я ухожу с центра тяжести с него, в зависимости его центра тяжести, естественно, за его правую ногу, своей правой ногой, естественно, с поворотами. Получается, я в трех плоскостях работаю с поворотом.
И поэтому для соперника это очень, ну, необычно, и он не может среагировать. Видите? После этого, естественно, рука здесь выкручивается. Можно хоть так брать, видите, хоть за челюсть его брать. Можно хоть за плечо, как говорится, брать. Можно его уронить. И тут что угодно делать. Это уже кто как захочет, что сделать. Но главная суть, вот это изначально. Видите, изначально. Что оно очень интересно, что человек не успел, даже сильно будет держать, все равно это, видите, пожалуйста. Нужно у нас сломать руку, вот сломала руку. Нужно, как говорится, ломая, как говорится, ударить, пожалуйста, здесь все. Все это уже техника с приложением, с фантазией, или кто как, насколько, ну, в данный момент может применить. У одного ноги работают лучше, у другого руки, у третьего силовая вообще подготовка больше. Тут воображение уже, как говорится, богатое, может много проделать. Часто встречается ситуация вот такого вот захвата. Идет человек, ничего не ожидает, но хочет обратить, грубо, очень даже при том, или мало ли, хочет остановить, и вот таким способом. Хлопок раз по плечу и вот прихватил. Тут есть тоже два варианта, ну их может больше быть, но я хочу показать два варианта из этой ситуации. Это, так как он вас держит за плечо и не дает вам туда двигаться, это используем. Опять-таки, разворачиваем сюда, видите, прихват идет обязательно. После этого я отхожу ногой, после этого сюда, видите, вот. Здесь можно перешагнуть, как говорится, хоть на эту руку наступить, видите, вот ситуация вообще тут получается. Вот, и уже он не прыгнет даже на меня, вот захотел бы он прыгнуть, он не прыгнет. Как бывает, каратисты назад бьют ногами, нет. А здесь вот, пожалуйста, или так, как говорится, или этой ногой. Все можно достичь того травматизма, чтобы он был небоеспособный. Вот ситуацию повторяю. Опять-таки, в нескольких я иду плоскостях, ухожу. Видите, если он будет просто, я буду на месте, да он руку уберет, и я все крутнусь. Поэтому я контакт не теряю с рукой, видите. Вот он. Вот. Все, можно за голову взять и вот так потом наступить на руку. Потому что рука здесь всегда вставляется в ковер. И вот ситуация, пожалуйста, позвоночник ломать, как говорится, можно маленечко здесь вот надавить на эту часть и, как говорится, здесь ребра все. И вариант другой. Рука эта же, но вариант другой. Показываю. Здесь, видите, тоже вот тут кожа. Получается. Что я делаю? Вот. Все. Вот. После этого опять, видите, вот на руку наступил. Вот она, нужно сломать, вот она ломается. Ну-ка, видите? Нужно, как говорится, ударить. Сюда ударил точку. Видите? Ноги здесь не сработают. Сегодня мы хотим показать аудитории, публике, зрителям, болельщикам несколько вариантов, где производят, ну, скажем, для их или для меня, скажем, нежелательный захват, кто-то там производит, соперник там, или недруг. И как отсюда освободиться, как напасть, как в этой ситуации выйти победителем или выйти достойно, чтобы и не порвать одежду, и чтобы никто не сказал, что ой, убивает там все прочее. Можно разные способы. Можно через освобождение убить человека, можно задушить, можно покалечить, а можно просто спокойно сделать все необходимое так, что и человек не будет боеспособен, и в то же время вы одержите над ним верх. Ну, вот, несколько таких вариантов, когда вот за, будем говорить, ну как, за лацкан, или как он называется, за край одежды вот берет, за левую, за правую, как говорится, левой и правой рукой, без разницы, вот, любой захват. Вот, допустим, видите, он взял вот так. Можно, если сзади что-то мне беспокоит, то я могу, видите, так, подставить соперника на место удара или сделать такое движение. Вот. Наоборот, если скоро, ну, так же, вот здесь, что-то мне здесь, как говорится, видите, что, подставлю. Вот. И уронил, если нужно было там, как говорится, можно было кисть дальше загибать таким способом. Вот. Или там душающий пройдет, или просто удар, или перевернуть и там делать наручники. Сейчас покажу медленно, еще раз. Первый вариант. Что я делаю? Прихватываю это в районе запястья и локтевым суставом, видите,
начинаю затягивать его. И, соответственно, разворачиваюсь. Поэтому я вот движение. Вот такое движение сделал. Нужно было, если мне еще для осложнения, я подтянул и пяткой, как говорится, в позвоночник убить можно. Еще раз. Вот эта же ситуация, но можно сделать в другую уже сторону, мало ли. Может, там стенка помешает, или у стенки эта вот ситуация была, а здесь свободный участок, или здесь я вижу, на что я брошу там, мало ли, может, какие-то камни, какие-то штыри торчат. Движение. Опять так же беру за руку, так, могу так брать, или вот так вот брать, без разницы. Видите, отступает и вот. Можно, как говорится, здесь можно еще и пнуть, догонку добавить, или локтем ребра, подмышку сломать. Вот. Эта же ситуация, но другая рука. Видите, там была правая, сейчас левая рука. Но это же ситуация. Здесь вот если вот в эту сторону, что последнее я показывал, это было, как говорится, на сгиб, а здесь сейчас уже получится против сгиба, видите? Ну, ну как говорится, здесь ударил или ногой позвоночник, так можно. И та же ситуация, когда идешь, уже не ломаешь, нет, это же оттуда. Видите, вот так. Вот, нужно, как говорится, сюда или коленом. Вариантов очень много. Их очень много вариантов. Поэтому всегда, когда в запасе есть вариантов много, можно из всего из этого выбрать при данной ситуации либо пальчик завернуть, либо там кисть, либо локоть, либо плечо, либо вообще человека изломать. По ситуации, по напряженности этой ситуации. Поэтому тут можно дозированно, избрано, как говорится, подходить. Двумя руками вот бывает. Видите, такие варианты бывают. Двумя руками. Способы одинаковые, однозначно. Но можно и по-другому применить. Видите, вот я также беру за руку. Видите, вот, ухожу сюда. Ну, пожалуйста. Уже удар в голову. А удар в голову может по-разному быть. Можно, видите, в челюсть, можно в шею, можно в висок. То есть точечные можно делать удары. Не просто куда-то махнуть, а именно точечно. И это достигает определенной цели. Еще раз. То же самое, я ухожу в эту сторону. Вот, вот вам как раз на камеру и от камеры показал. Одно и то же. Еще раз бери. Вот. Эти вещи происходят везде и всюду, когда вот бывает публика маленькая под шофе, или на почве ревности рассорятся, или там спор какой-то между молодежью завязан. Вот такие моменты возникают, как захвата сперва, потрясти, или там, как говорится, а потом уже до эмоций доходит, до рукопашной, там, ног, там, все прочее. И вот эти ситуации, они могут по-разному выкручиваться. Видите, я его так вот могу выкрутить, вот руки. То есть тут были две руки, и они ни о чем никак не помешали. Рука руке, наоборот, мешает. Еще раз делать. Вот сейчас тоже самый прием, это же покажу, но от камеры уже. Я туда прав, а сейчас сюда. Видите? Можно так показать. В этом ситуации, так как у меня партнер тоже спортсмен и был в армии инструктором, он маленько мне подыгрывает в том плане, что он кувыркается, обезопасив свою шею от удара. Иначе при этом может получиться как свечка, падение на голову, и может травмироваться шея или позвонки вообще. Может на всю жизнь быть калека, или летальный исход может быть. Поэтому не от того, как говорится, он подыгрывает, чтобы мне, или как говорится, сфальшивать, а ради своего же спасения или своего здоровья. А также происходит это с любым человеком. Это так у нас внутри устроен организм, что мы подыгрываем то ли от боли, то ли от опасности от какой-то. И сами совершаем. Вот, скажем, схватило меня за руку, к примеру. Видите, вот так схватил. Нужно мне вот. Я сейчас на большой палец сделаю работу. Видите, вот так или вот так захватываю. Видите, вот. И на большой палец. Видите, вот. Напрягаю и сразу локтем. А локтем тоже здесь, видите, от грудины. Ударил я сюда. Очень больно. Даже аж дыхание перехватит. Сюда тоже может. Чуть, как говорится, сюда, можно сердечный ритм сбить.
И вот это происходит, видите, вот там. Видите, вот удар. Можно в шею. Можно, видите, сюда в мышцу вот в эту. Можно вот кость сломать. Можно ребра. Вариантов очень много. Можно сюда стукнуть, видите, сюда, то зарядить в промежность. И редко бывают вот такие захваты. Ну, чтобы, скажем, раз удержать, видите, удерживать. Вот эти вот варианты. Тоже от них избавляться очень просто. Раз держит, естественно, человек тянет меня туда, и больше у него центр тяжести туда уходит. Вот, наступил ему, надо, видите, все, вот, пожалуйста. Ну, уже дальше, хоп, как говорится, сломал ногу, чуть развернувшись. За шиворот хватает часто, бывает, видите, не за шиворот, не за шею схватил, а за шиворот. И, понимаете, как бы тащит туда, на себя потащил. Вот такое движение, видите. Вот с этих положений тоже как выкручивается. Вот раз он потащил, здесь он рукой держит меня маленько. Вот если вот так смотреть, видите, он меня здесь держит. То есть я в эту сторону я уже не развернусь. Соответственно, тогда вот как надо разворачивается, видите, и все уже, и шиворот не держит, и эта рука не препятствует, видите, как. Здесь только каратисты может ударную технику приспособить. Сюда эти все вещи, как хотите, или кикбоксеры. Или кто владеет ударной техникой. Еще раз продемонстрируйте. В эту сторону, видите, он держит за плечо. Или, скажем, вот здесь вот держал, видите. Просто туда вот не смогу. Поэтому тут надо избирательно подходить к этому моменту. Раз сюда нельзя, значит сюда можно, видите. Оп, подныривание. И получается рука, видите, нужно сломать, видите. Вот, вот, все. Эти вещи происходят, само собой. Легко показывается этот прием. Почему? Потому что он нет такой плотности, все это рядом и в то же время доступно. Еще раз возьми. Отступаю ногой, видите, вот. Оп. И подкручиваюсь как бы под захват, вот под этот подверж. Вот здесь рука, естественно, отпускается. Здесь можно дальше, видите, или так, или, как говорится, так. Кто хочет, как говорится, тут может хоть за глаз взять, видите, вот. Хоть за шею взять, видите, вот так вот, вот тут делать. Ну и масса вариантов. У кого какая принадлежность к войскам, к армии, или, как говорится, ну, к данной ситуации, кто имеет такое предназначение.